Какой ответ с нашей стороны? Да простой. Мы тогда тоже будем это делать. Напомню, что уже в этом году, по-моему, Конгресс США до объявления о выходе США из этого договора выделил деньги на НЕОКРы по созданию этих ракет. То есть решение принято давно, только по-тихому. Но они думали, что мы не заметим это. Да? Но это же в бюджете Пентагона стоит уже разработка этих ракет. Но только после этого публично объявили о том, что они уходят. Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить. Ну, самое простое и привычное для уха западного обывателя – виновата Россия. Это не так. Мы против разрушения этого договора. Но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать.